Добрый день, мои дорогие. Я вас приветствую. Иду посмотрю, сколько сегодня людей. Сегодня побольше, естественно. Вчера очень мало было. Или то, что все заняты были. Такая погода тоже вчера же. Даже не хотелось выходить. Сегодня солнышко, хорошее настроение. Праздники продолжаются. Елка стоит, все на месте. Дети катаются, вон сколько снега тут убирают, да? Часы. Да, сегодня побольше. Может, вчера попозже, уже к вечеру было побольше. Но я прошла, посмотрела, никого не было. Пару человек. О, вообще классно. Тоже мечта покататься когда-нибудь. А, здесь музыка играет. Ладно, иду я туда дальше. Супер, с детками тоже. Хороший денек вообще. На солнце хорошо, тепло, но ветер. В теньке прохладно. Все работают. Приходите, кто может. У кого есть желание. Какие подушечки тут красивые. Буковки. Я показываю все по кругу. Здесь вообще никого нет. Такой ветер, что холодно даже кататься. На таких вон падает снег, что там, сосульки. Тоже аккуратно с этими сосульками сейчас. Вот теперь все падает с крыш. Лед, сосульки, снег. Все фотографируются. 12, начало первого. А я, как обычно, ну, я села, естественно, на троллейбус. Буду я ходить по гололеду. Села на троллейбус и ехала в совсем другое место. Но вышла уже здесь. Там, возле Штефана. Опять начинается там акция. Видела эту подружку, которая провоцирует. Она здесь в первых рядах, оказывается. Я уже сделала. Пройду здесь, сделаю видео. Машина стоит. Так и стоит, непонятно, что она стоит. Что ее вообще не уберут. Так что сейчас пройду здесь и пойду туда. Буду там ждать. Какая-то у них акция. Басарабия. Румынь. Ой, как тут скользко. Иду по льду. Хотя бы посыпали здесь, не знаю. Или посыпали, может, солью. Ничего не видно. Ну, вот эти карусели новые. Не знаю, кто там будет кататься. Сейчас посмотрим. Этому паровозику даже негде проехать. Ага, вот так они поставили как-то. Что не поставить? Туда левее немножко. Чтоб паровозику было место хоть по кругу. Он бедный там. Мучается, разворачивается. Дед Мороз на крыше в санях. Деток мало. Она уже за мешки сзади. Вот он как кружит. Восьмерку делает. Ой, так скользко. Ничего себе, чуть не упала. Сейчас пойдем к той качели поближе. Да, работает качеля. Кто катается, конечно. Не знаю, сколько оно там стоит. 50, наверное, да, 60. Полиция стоит, даже здесь полиция стоит. А там столько много полиции. Возле Штефана. О, качели, да? О, классно, я бы тоже так покаталась. Ой, но только не зимой. Ой, вообще супер, какая-то новая. Я еще такое не видела. Да. А ну сейчас посмотрим цены. Сейчас я вам покажу цены. Сейчас покажу цены. О, классно.
Ничего себе. Но раскачивается еще больше. Ого! Да, классно. Ну это летом хорошо так покататься. Но не зимой. Сейчас я покажу цену. Ничего себе. Ой, кто отважный? Приходите. Ой. Что, люди будут кататься, конечно. Ого! Вот это качелька у нас. Все. Да, вот они так расположились, конечно, вот. Паровозик негде проехать. И это качели, это пустые качели, никто не катается. Выглядит. Хотят девочек. Наверное, с мамой хочет на лебедях кататься. Да, хотя бы ту машину вот убрали, чтобы паровозик было чуть где развернуться. Да, все, все. Так, сейчас я покажу вам цену. Сейчас посмотрим цену. Сейчас здесь маленький ребенок, прямо коляска стоит возле. Возле кассы. Да. Надо хорошо одеться. Сколько там, пару человек, что ли? А, только двое. Только двое человек там. Угу. Все, отошли. Сейчас я покажу цену. Сейчас цену покажу. Сейчас приходит. 120 лей, да? Для экстрима, да. Да, да, экстрим. А как это экстрим? Вот это вот что вертится, видите? А ну. Она уже закончилась. Ага, ну ладно. Хоть цены покажу. Все, вот цены. Поднимает наверх. Ага, понятно. А, и переворачивает, да? Ну, немножко. Как колесо, да? Да. Почти, ну почти, да? Так, ага. Не слишком. Да, ну, да. Вот сейчас будут садиться другие. Ага. Ну все. Всем хорошего дня. Приходите, катайтесь, получайте экстрим. Вот паровозик здесь же. Так что экстремалы, пожалуйста, все для вас.